Фотки, снимки следовали, говорили, значит, спрашивали, вы нашли какие-либо, значит, нарушения технические или нарушения. Так, 75 932 111 избирателей проголосовали за действующего главу государства. Это также рекордный показатель. В 2018 году в абсолютном исчислении за Владимира Путина проголосовали 56 426 399 избирателей. Сейчас почти 76 миллионов. После дневного голосования, значит, 15, 16, 17 марта. По состоянию на 10 утра в этих выборах приняли участие 87 113 127 уважаемых наших избирателей. То есть явка у нас впервые, она рекордная, беспрецедентная, ее не было никогда. Это 77,44%. Повторяю, 77,44%. Да, для России это высокая явка. Какой миф много лет навязывается? Что выборы не свободные, что все чуть ли не под палкой, а сейчас чуть ли не под дулом автомата идут на... То есть подневольники все такие. Но это вот надо просто быть настолько, скажем, должно быть примитивное, пещерное мышление, не знать наш народ, наш многонациональный народ, не знать его. На 11 избирательных участках недействительными признаны 709 избирательных бюллетеней. 709. Ну, это, конечно, ничтожная цифра, но я бы хотела сказать, это другие бюллетени, это не из-за порчи бюллетеней, о которых мы говорили вчера, там вот зеленка и так далее, там их было по стране 240. Thank you.